И начать сегодняшний разговор о красоте мне бы хотелось с фотографии, последней фотографии Надежды Бабкиной. Кто-нибудь видел? Надежду Бабкину? Ну, не то чтобы лично, а вот просто. Видели последнее фото? Дело-то в чем? Дело в том, что она выложила в соцсети, и начался сыр-бор. Ну, то есть люди обсуждают. Вы не видели? Нет. Я из уважения к народной артистке не буду вот эти сравнения, мемы, там, сравнения с невестой Чайки и так далее показывать. Давайте просто покажу это фото, которое резонансно вот сейчас обсуждается. В общем, вот Надежда Бабкина. Ей, кстати говоря, вот-вот исполнится 74 года. Прекрасно выглядит. Вот, но все смущают ее щеки. И кто-то говорит о том, что типа они очень надутые, кто-то сравнивает с шарами и так далее. Вот этот момент, ну, тоже, опять же, да, не хочется комментировать. В общем, перекачанные скулы, очевидно, комментируют разного рода пользователи в соцсетях. Лариса говорит, что она хорошо выглядит. На самом деле фотография издалека, и иногда работа с зубами приводит к такой диспропорции. Возможно, она что-то делала по стоматологии. Ты имеешь в виду виниры? Да. Ну, это точно нет, это точно есть. А щеки тебя не смутили? Там я не увидела, так что... Давайте Но еще раз. Что бы она ни делала, это исключительно ее дело. Да, это все понятно. Ну, в общем, я говорю, люди-то... Это вот Леша так говорит. Ты же вот не тот человек, который берет и пишет гадости. Вот, а люди пишут в соцсети. Захейтили, да, за вот это фото? Конечно, да. Мне кажется, это выбор каждого, правильно? Да. Но, вы знаете, когда Надежда Бабкина, вот-вот исполнится 74 года, и она хочет быть красивой, это уважительно, конечно, мы к этому относимся. Но есть же молодые красотки. Вот я сейчас хочу показать вам одну из таких дамочек. Ну, тут вот очевидно, не знаю, уж кто-то скажет из вас, что это сугубо... Красиво. Личный это кто? Вывод? Не знаю. Это вот какая-то очень... Это очень-очень своеобразная. Очень красиво. Популярная блогерша. Вы так и будете говорить, что это красиво? Леш. Это же красиво. Леш. Ты что, не видела? Леш, серьезно? Это красиво? Нормально. Ты можешь искренне здесь правду говорить. Тебе нравится это красиво? Ну, конечно, очень красиво. Леш. Я бы хотел, чтобы моя жена вот... Вот смотри, даже сейчас как-то неискренне звучит от тебя, понимаешь? Ну ладно, в общем, не обсуждая конкретных людей, просто я предлагаю позвать сюда эксперта, который, вы знаете, просветит нас в этом деле. Что же нужно делать, чтобы действительно красиво выглядеть? И многие думают, что это мифический персонаж, мой косметолог, про которого я постоянно рассказываю и никогда не показываю, потому что у нее нет соцсетей, но она существует. Сюда я приглашаю косметолога, врача-дерматолога Веру Кочеткову. Вера, заходите, пожалуйста, к нам наконец-то. Здравствуйте. 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 Обычно происходит как? Я прихожу к Вере, Вера меня встречает, и дальше уже все вердикты выдает, собственно говоря. Вер, вот что касается Бабкиной, давайте еще раз покажем фоточку, если Вера вдруг не видела. Что с ней? Вот что здесь можно объяснить, как вот с точки зрения косметологии, что произошло? Ну, я могу только предполагать. С моей точки зрения, ну, у Надежды, у нее пластика. И поэтому после пластики всегда меняются диспропорции, да, и нарушаются и мышечный, и связочный аппарат, потому что смазка подрезает все это. И когда вводят различные импланты, потом, вот уже после этого, вот такие деформационные изменения могут происходить. Потом не забывайте, что процесс старения, он глобальный. Он затрагивает не только кожу, да, мышцы, но он связывает подкожную жировую клетчатку, скелет. И поэтому, собственно говоря, мы видим то, что мы видим. Здесь виниры, ну, в принципе, у нее давно они уже стоят. Поэтому... А вот что касается вот этой красотки, которая очень понравилась Леше. Так. Вот, Леша говорил, что это невероятная красота и очень хочет, чтобы жена его так выглядела. Я вот думаю, что сегодня мне нужно даже узнать мнение жены. Жены, да. Вот, давайте покажем сейчас, как она... А здесь, собственно говоря, импланты, причем не наши... импланты в виде филлеров, да, наполнителей. А, собственно говоря... Это прям импланты? Не наши, в смысле, не российские? Это хирургическое, как бы... Это не наши рукотворные. То есть, представляете, сколько там литров надо налить? Да мы даже не представляем, мы не хотим представить. Федора таскала, возможно. Ну, возможно, да. Но вам так нравится? Вера, ну вот смотрите, когда заходит речь про косметолога, многие сразу говорят, это уколы красоты. Так ли это на самом деле? Прежде всего, вы делаете уколы красоты или многие приходят именно на уходовые процедуры? Можно ли, что есть какая-то альтернатива этому всему? У нас в первую очередь поговорить.
Поэтому как долго мы поговорим, погладим, пощупаем, вот этого и складывается залог успеха. А что значит поговорим? То есть, а поговорим, потому что в первую очередь заходит человек, и очень часто заходит диагноз. Да? И наши, я так понимаю, мы говорим о первичном приеме. Ну да, вот первый раз. О пациенте, которого мы видим в первый раз. Поэтому в первую очередь важно поговорить, узнать, что он хочет, чего он хочет. Какие есть проблемы, какие перед нами ставятся, ходила ли она или ходит ли она к косметологу, что делали, чего, какими нагрузками занимаются, тренажерным залом. От этого все будет выстраиваться в корне, что он ест, как он пьет. Поэтому у нас большой плюс нашей профессии, что мы можем поговорить, и режим приема он занимает от часа и до. Поэтому я всегда говорю, что мы регулировщики. Мы такая пограничная специальность, которая может, собственно говоря, четко распределить. А вам к терапевту, а вам к неврологу. Это когда косметолог-врач. Да. А вот, кстати, все ли косметологи-врачи? Или все-таки есть те, которые не имеют образования? Ну, конечно, не секрет, что они все косметологи-врачи. Как вы к этому относитесь? Вы врач? Как вы к этому относитесь? Я сейчас отношусь к этому спокойно. Вот. Потому что раньше это, конечно, была буря эмоций. Надо на результат смотреть, да? То есть, если делает нормально, пусть делает, да? Нет. Нет? Нет. Потому что результат все равно зависит от того, что... От того, что знаешь, да? От того, что знаешь, от того, что ты умеешь. Можно хоть 150 раз говорить, что я... Или в интернете показывать, как я вот ротики там или что-то там делаю. Все зависит от того количества раз, сколько я выполнила эту манипуляцию. И с годами я понимаю, что опачки, а вот там-то надо было вот так-то. И это каждый раз постоянно совершенствование, умения, навыки, учеба. И это дает... Мы даже, когда учились в институте, был такой курьезный, смешной случай, когда вот я закончила и пошла работать. Ко мне приходит пациентка бальзаковского возраста, и она говорит: «Верочка, я проснулась», а мне девочке 26 лет. Она говорит: «Я проснулась, и у меня лицо стекло». И я сижу и понимаю, куда оно у него может стечь, что там вообще может произойти. С психологом надо работать, наверное. Нет. Когда мне исполнилось 50 лет, я поняла, что утром просыпаешься, и лицо... поплыло, потому что... Вы имеете в виду вот это опущение ткани? Ну, потому что с годами, да, процесс старения, это вот то, о чем я сказала, это не только мышцы, это не только кожа, это связочный аппарат, когда ты начинаешь. А нас в институте немножко так сугубо учили, потихонечку, немножко не так, поэтому все-таки знания... Я думал, только в мультфильмах есть лицо стекло. А есть те, кто приходит уже с готовыми референсами? Там, я хочу быть похожа на Надежду Бабкину, например. Есть. Ну, ты, конечно, запросами. Да? Из запроса. Анжелина Джоли, например. Что делать? Ранняя Анжелина Джоли. Что делать? Ранняя Анжелина Джоли, но дело в том, что не каждая... Ну, то есть скулки это Малефисенты мы можем сделать. Есть специальные препараты для этого. Малефисенты. А вот губоньки, ну, собственно говоря, это тот исходный материал, с которым не каждые губы можно сделать вот такими, как показали сейчас здесь. Ну, чуть-чуть можно приблизить к оригиналу, вот, или нет? Не ко мне. Я за естественное. А было такое, что вот вы говорите, нет, это не ко мне, реально? Однозначно. И очень часто основная задача, я считаю, поговорить. И если ты понимаешь, что нет коннекта, дешевле отказать. Еще потому что проблем будет в разы больше. А есть еще, вот сейчас еще хотел, есть еще такие, которые приходят, вот они, у них пошел вот этот снежный ком. Вот они один остановиться раз... не могут. Да, вы их останавливаете? Есть такое. Говорите, все, тебе хватит. И это часто бывает. А почему так происходит? Почему не могут остановиться? Вот у меня всегда этот вопрос возникает. Это психология. Но тоже на своем примере расскажу. Подруга меня однажды затащила сделать брови, туаж. Хотя я понимаю о том, что через несколько дней, как набиваешь татуаж, корочки темнеют, так далее, так далее. И когда я утром проснулась, я понимаю, что корочки все темнее, темнее, они не проходят и не проходят, мне становится страшно. А когда они отпали, кожа побледнела. Мне захотелось, чтобы было так темненько. Так и здесь. То есть человек привыкает к этому объему губ. Очень часто мы сталкиваемся. То есть я понимаю, вижу, что гротескные губы, но страшно. То есть в разговоре она согласна, что туда уже под слизистую ушло, или сверху, снизу, везде убираешь. Но весь ужас в том, что она потом говорит: я хочу, чтобы у меня был объем.
но это в голове. Угу. А вот, кстати, я сегодня утром ехала на работу и сделала вот такой снимок. Меня мучает этот плакат на одной из улиц Хабаровска. Вер, посмотрите, пожалуйста. Это лично мой снимок, я не знаю, видно там или нет. Вот такие вот губы. Это что, естественно? Вот там на плакате, я не буду говорить, что это там за салон или что это, даже не рассмотрела. Это вот что такое? Это как что? Раз техника Russian Lips, собственно говоря, Брауда. Здесь нарушены все каноны, да, но это нравится. Но вообще в изначальной, как бы, Russian Lips — это приподнятые пухленькие губки, как у куколки. Mm-hmm. Вот. А здесь нарушена структура, собственно, чтобы постараться вот сделать такие губы, идут надсечки, травматизация слизистой подслизистой, сдавление кровеносных сосудов. После этого, после такой процедуры, повторить точно такие же губы от слова будет нереально. И женщина сталкивается, ну, мужчина я таких не видел, но женщина сталкивается. Но они есть. Есть? Нет, есть мужчины, которые, мы делаем процедуры и объемное моделирование, и в этом ничего зазорного абсолютно нет. Не, я говорю, что... Подождите, объемное моделирование, что, губы делают? И есть и губы, скулы, то есть, да, и скулы делают, но есть гендерные уже. Абсолютно сидишь. Моменты, когда, то есть, есть нюансы, то есть, мужская косметология, она... набирает обороты, это очень актуально. Но основной запрос, чтобы это было сделано максимально корректно и естественно. Вер, и губы в том числе. Слушайте, ну давайте к ботоксу вернемся. Почему все боятся ботокса? А почему врачи, если так все страшно, как многие говорят, врачи от него не отказываются? В чем он хорош? Он во всем хорош, потому что это лекарственный препарат. А все, как в том фильме, все неизведанное страшно. Да? В основе названия. Ботула – токсин. Что такое токсин? Яд. И чем меньше мы знаем, тем больше возникает вопросов. А не отказываемся, потому что это замечательный лекарственный препарат, который зарегистрирован, который широко к нам пришел. Из неврологии, из офтальмологии, собственно говоря. Когда делали, лечили мигрень и блефароспазм, заметили, что в зоне, где инициировалось, уменьшились морщины. И потихонечку он пришел в косметологию. А сейчас до такой степени расширились показания, что, во-первых, это такой колоссальнейший прорыв, детский церебральный паралич. Мы сейчас не встретим на улице детей с завернутыми конечностями на костылях, потому что это ботулотоксин. И мы работаем в совершенно минимальных дозировках, в отличие, допустим, ПДЦП. Там тысячи единиц уходят. У нас максимум флакончик 100 единиц. То есть не так все страшно? Абсолютно. А бруксизм, который сейчас в стоматологии лечится, когда если мы не хотим, чтобы наш зубной ряд съелся, хорошо используется, в урологии используется. В общем, там, где есть гладкая мускулатура, основное очень печально, когда вот такие мифы рождают, ну, собственно, как с вакцинацией, рождают врачи. Я говорю, что вредно? Потому что. Но это не знание анатомии. У нас, в принципе, ботулотоксин тропен к гладкой мускулатуре. А где это? Лицо, руки, ноги, кишечник, мочевой пузырь. И все. Вот это да. Вот это да. Вот а мозг знали. Это железистая субстанция. И ничего там не рассасывается, не растекается. И на сердце не действует. Ну, понимаешь, вот это вот без грамм, это во всем. Вер, последний вопрос, потому что время наше не так медленно идет, как хотелось бы все-таки. Да. Когда приходишь к косметологу первый раз, на какую процедуру стоит записаться, чтобы люди сразу не боялись? Вот на что? На чистку вначале? Чистка лица и вот консультация, да? Уход, чистка, да. То есть в процессе процедуры мы и разговариваем, и рукам работу даем, да, то есть когда мы можем, собственно говоря, и поговорить, и сделать свои комментарии, и назначить определенное лечение, и подобрать косметику, потому что только в процессе работы ты можешь, собственно говоря, все прощупать. Отлично. В общем, все выдохнули, перестали бояться ботокса, когда ты идешь бояться к правильному специалисту. Когда знаешь, бояться нечего. Да. Спасибо большое, Вер, за то, что делаете людей красивыми. Вам здоровья желаю. Спасибо. Увидимся большое. После короткой рекламы.